Доброе утро, моя любимая страна. К нам сегодня приехала по скорой помощи наша давняя гостья. Наша давняя гостья Калина, которая съела маленький отломок от какой-то хрустальной вазы, которую она же сама же и разбила. И приехала по скорой помощи наша гостья. Это любовь, которая в больших эмоциях и переживаниях к нам приехала. И иногда возникает вопрос, кто же такой ветеринарный врач? Ветеринарный врач – это тот, который может вовремя успокоить и дать надежду, направить, подсказать, чтобы вы, владельцы, не переживали, не волновались. Потому что иногда ваши мысли настолько быстры, что ваше волнение вам же и может повредить. Поэтому кто такие ветеринарные врачи? Это те, которые очень часто помогают вам жить комфортно и быть спокойным далее. Это снимочек нашей Калины. И на снимочке мы увидим как раз тот инородный предмет, который находится в желудке. Дальше под контролем держим кулачки, чтобы с Калиной все было хорошо, чтобы нам не пришлось оперировать. Поэтому такая история сегодня для вас. Пользуйтесь и знайте, кто такие ветеринарные врачи. Всем спасибо и хорошего дня!